В Турции мужчина буквально броском камня снес многоэтажный дом, пострадавший во время февральских землетрясений. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как он подходит к зданию и несколько раз кидает в его сторону камни. После третьего броска дом рухнул буквально за секунды. Напомню, сильнейшее за последние 80 лет землетрясение магнитудой 7,8 балла произошло на юго-востоке Турции 6 февраля. Подземные толчки тогда ощущались во многих городах страны и в соседних Сирии, Ливане и Ираке.